Значит, я всегда предупреждаю, что там возможно совпадение от фигурантов этого стихотворения и тех, кто вот сейчас находится в зале, но поверьте, это совершенно случайно. Стихотворение написано много лет назад, когда кого-то, возможно, даже еще не было названия этих сегодняшних тестов. Первым к нам пришел Василий, хоть его и не просили. А потом пришел Олег, неприятный человек. А потом пришел Аким, непонятно за каким. А потом Валентин, просто редкостный кретин. А потом еще Вадим, 19 раз судьи. А потом еще Андрей, хоть бы сдох он поскорее. Навести у нас также фильма, хоть бы раз прошел он мимо. А за ним болелся Павел, 3 часа мозги всем парил. Очень, кстати, и Ванек заглянул на огонек, тут же следом на Витек, это сразу ходитек. Только дух перевели, как приперлась Натали, приведя подругу Шуру, феерическую дуру. А потом нагрянул Стас, это была щелкас. А потом, не весь откуда, непонятно почему, вдруг возникла эта Люда, Люда по моему муке. А потом явился Марк, и по морде Люду швак, а когда пришел Илья, то не выдержал и я. Оставил мясо на кухне, а сам пошел в консерваторию. А ну возьми да и протухни, такая вышла с ним история. Но на утрату я не плачу, но судьба как-то не смею. Ведь стал духовный, я богаче, хотя физически беднее. Нет, нет, не люблю я этих марсиан. Народец, прямо скажем, вороватый. Там уже, нет, нет, не люблю я этих марсиан. Народец, прямо скажем, хероватый. К тому же пьющий, да и вороватый, в отличие от нас, от россиян. Чем характерно население Российской нашей Федерации? Тем, что легко в изготовлении, но тяжело в эксплуатации. Меня спросили на иврите, вы на иврите говорите? А я в ответ на чистом иврите, что чё, Анатолий, сам не иврит. Страна моя идет ко дну, со мною заодно, а мне обидно за страну и боязно заодно. Просыпаюсь, в комнате темно, но иначе спиздили окно. Ко мне тут пидор приходил, да видно, дома не заставил. Прихожих только не следит, но я уж возникать не стал. Вчера тут первый раз смотрел я порно, талантливо, хотя и не бесспорно. Я обычно, как напьюсь, головой о стенку бьюсь, то ли вредно мне спиртное, то ли просто возрастное. Уронил я в унитаз как-то тут на медне свой любимый карий глаз правый, предпоследний, глянул он прощенным взором. Голубиным оком, прямо в душу мне с укором, уносясь потоком, и с тех пор все снится мне ночью в тишине, как он там ресницами шевелит над ним. Вот. И последний стишок я всегда заканчивался по традиции. А вторая часть? А вторую часть я просто, я могу искать, она в этом, в интернете. На это просто стихотворение сделано стойко, наши полномочия по правам ребенка. Вот. Ну и я, значит, потом ей ответил. Ну, второй просто ответ я же не помню. Да. Ну и последний, значит. Будь я малость помоложе, я с душой дорогой, человеком трем по роже дал как минимум ногой, да как минимум 5 бы дал по роже бы рукой. Да скажите мне спасибо, что я старенький такой.